Всем здорово! Ладно. А где экран, блядь? А. Максон убежал уже с нашего склада. Ушел далеко и надолго. А нахуя ты все время меняешь квартиры? Ты че так боишься, что мы тебя ебнем? Кто это? Правильно! С очень хорошим онлайном! Выглядит как полный долбоеб. Супутов этот тип сестра за нами. Он лучше друг Авилона. Поясню тем, кто не в курсе. Скоро он подсосет Оксимирона. Он тоже носатый и тоже вернулся. Мы не играем на столку, но пол своих фишек ты взял у меня. Хесус уехал в Америку лишь для того, чтоб не видеть тебя. Заебал уже всех, блять. А ты так хотел себе хайпа и славы, но лох. Ты опоздал с этим на пару лет. Ведь даже у славы хайп уже не тот. А залетел на биты, поебать, как тебе дись. У тебя так много хайпа, я добавлю, добись. Становиться тебе другом, будто строго. Честно, я не хочу, не особо люблю сладкое. В частности, чупеньки. Сделать диск на себя просил лично. Ты из таких, кто все схавает. Чтобы онлайн твой стал больше обычного. Это обозор, пиздец, Макс. Пора завязывать, ты хайпишь, ест класс. Но сердце для твоего контента это запороть в хуй. Пока ты будто ломака в кафе сидишь на двух стульях. Что ты хочешь давно от стримов, мы все поняли явно. Если бы мы играли в игру кальмара, то ты бы и там ушел к тем, кто стреляет. И где-то тут вкалывал на стримах, долбоёб. Малые хвалят, узнают лайн, не дает права халявить и забивать на обещания. С таким подходом к стримам ты недолго протянешь. Если хочешь свой хайп сохранить, то следи за собой. В следующий раз, чтобы стать чем-то правда хайповым, придется стать мной. Нихуя себе! Что там было? Чтобы стать повыше, придется стать мной. Макс заболел, это Макс Пейн. Макс тебе строго, Макс гей. Днюха у Макса, Макс Дэй. Макс запустил стрим, забей. О чем говорить вообще про эту пиздавую курицу? У него баннеров под стримом больше, чем на билбордах на улице. Сунулся зря до своей реакции. Пол диса стопил, сидел и оправдывался. Ты же сам себя знаешь, Максим. Все, что можешь сказать мне сейчас, это слово спасибо. А я все тот же конвейер для дисов. И что Энни Хокси все видят. Но на главный вопрос, кто убил Макса, ответ уже очевиден. Спасибо за платную подписку. Еще раз. Главный вопрос, кто убил Макса? Ответ уже очевиден. Да кто убил-то нахуй? Ответ уже очевиден. Главный вопрос, кто убил Макса? Ответ уже очевиден. Ответ уже очевиден. Чё, блядь, Чнирен, чё говоришь? Ой, Дарк, я Дрейк. Сообщение в чат. Дрейк убил. Да. Ответ уже очевиден. Ну, нормально. Черт, хочу послушать. Без лука вообще круто. Максон убежал уже с нашего склада. Бля, я не знаю почему. Это знаешь, спасибо огромное, Пузырь, за еще одну платную подписку. Знаешь, это когда поехали. Ушел далеко. Бля, знаешь, это короче, когда, например, либо я какой-то ТикТок снимаю, все такие говорят, блядь, Крис, типа тяжело воспринять. Мне вот так же тяжело воспринять, когда сейчас Мазел с таким серьезным ебалом это читать. Мне прям это так тяжело воспринять. Когда он такой есть, такой еблан. Ой, надолго, а нахуя ты все время меняешь квартиры? Ты че так боишься, что мы тебя ебнем? Кто этот бездарь буквально? С очень хорошим онлайном. Выглядит как полный долбоеб. Супутов этот тип детства за нами. Он лучший друг Авилона. Поясню тем, кто не в курсе. Скоро он подсосет Оксимирона. Он тоже назад и тоже вернулся. Мы не играем на столку, но пол своих фишек ты взял у меня. Хесус уехал в Америку лишь за... Каких пол своих фишек? Для ладно, того, чтобы не видеть тебя, загибал уже всех, блять. А ты так хотел себе хайпа и славы, но лох. Ты опоздал с этим на пару лет. Ведь даже у славы хайпа уже не тот. А залетел на биты поебать. Полный винат. Блять, а бойстер при чем здесь нахуй? Как тебе дись? У тебя так много хайпа, я добавлю, добись. Становиться тебе другом, будто строго, честно, я... Строго при чем здесь? Не особо люблю сладкое, в частности, чупики.
Ты же типа охуевший, Максон сделал дис на себя, просил лично. Ты из таких, кто все схавает, чтобы онлайн твой стал больше обычного. Это позор, пиздец, Макс, пора завязывать, ты хайпишь, ест класс, но вся цена... Да кто хайпит-то, блять? Его контента это запороть в хуй, пока ты будто ломака в кафе сидишь на двух стульях. Да ломака при чем здесь? Что ты хочешь давно от стримов, мы все поняли явно. Если бы мы играли в игру кальмара, то ты бы и там ушел к тем, кто стреляет. И где-то тут вкалывал на стримах, долбоёб, малые хвалят. Но знание лайн не дает права халявить и забивать на обещания. С таким подходом к стримам ты недолго протянешь. Если хочешь свой хайп сохранить, то следи за собой. Спроси, это про Славу Мерлу, долбоёб. А, про Славу Мерлу! Долбоёб. Вчера, чтобы стать чем-то правым, придется стать мной. Ой, ебать. Все, я становлюсь моделом, все. Я решил. Макс заболел, это Макс Пейн. Макс ебет строго, Макс гей. Макс любит строго или Макс ебет строго? Ебет, по-моему. Ну да. Ебет? Нюхаю Макса, Макс Дэй. Нюхаю Макса, Макс Дэй. А как пойти нюхаю Макса, Макс Дэй? Я просто тупой для вот этот. А субтитры есть? Как? Днюха? А. Макс запустил стрим? Забей. О чем говорить вообще про эту пиздавую курицу? У него баннеров под стримом. Да почему пиздлявая курица, нахуй? Больше, чем на билбордах на улице. Сунулся зря до своей реакции. Пол диса стопил, сидел и оправдывался. Ты же сам себя знаешь, Максим. Все, что можешь сказать мне сейчас, это слово спасибо. А я все тот же конвейер для дисов. И что Энни Хокси все видят. Но на главный вопрос, кто убил Макса, ответ уже очевиден. Ну прикольно. Мне нравится, что мы, ты смотришь тот чат, я в этот, и мы как будто сидим вообще, блядь, своими делами занимаемся каждый из нас. Ну, прикольно. Просто вот так вот. Каждый. Я тоже в чат смотрю, Макс сейчас.